Мы с вами пришли в магазин Киломакс. Это секонд-хенд. Написано 2 раза в месяц. Замена товара. Попробуем здесь поснимать. Разные куртки типа ветровок, разных цветов. У нас в таких спортом занимаются. Очень много разных спортивных брюк. Только странно, я нигде цен не вижу вообще. Джинсы, там мужские свитера всякие разные. Это такие флисовые. Очень приятный кашемировый. Смотрите, какие мне вот такие очень-очень нравятся свитерочки. Очень приятные на ощупь, к телу приятные они.
Можно и тонкие, и более такие уплотненные, плотненькие свитера купить. Юбка длинная, тоненькая. Такая тоненькая. Там у нас нигде цен нет. Понятно. Разные юбочки. Разной длины. И для зимы, и для лета всякие. Юбок очень, вообще большой выбор всего одежды разной. Это все юбочки. Кожаные брюки и юбки. Платье. Вообще большой выбор очень всего. Кофты такие удлиненные. Странно, что цен нет. Детская. Вот, в общем, так вот такое представление вы имеете о нем. В другой раз сделаю более подробный обзор. Детские, смотрите, какие. Это на воротничок. Оттуда есть воротничок, такая пелеринка. Детская шубка. Какие маленькие. Какая прелестная шубка детская. Сейчас пойдем еще сумки посмотрим. Мужские рубашки, пиджаки. Мужские куртки. И мужские полупальто вот там на той стороне. Сумки. Кожаный ремень. Кстати, довольно неплохой.
Все, я поняла, почему там не указаны цены, потому что, видите, цены, начиная с 40 евро на килограмм. Значит, ты берешь килограмм одежды, платишь 40 евро. Магазин мне очень понравился. Он совсем не выглядит как секонд-хенд. Такое впечатление, что это магазин, где продают новые вещи. То есть там можно довольно прилично одеться за смешные деньги. Магазин Киломакс, в котором я была сейчас, он находится по адресу Гонсиори 2. Таких магазинов у нас в Таллине несколько. И когда я приду, я под видео дам ссылочку с адресами. Так что зайдите, посмотрите, выберите одежду. Уверяю вас, вы не пожалеете, потому что там действительно есть из чего выбрать. Я буду делать периодически здесь обзоры и буду вас знакомить с новыми коллекциями.